валяется. Так ближе. А помнишь, как Бонька с палочкой? Вот есть вот принцесса, фея с волшебной палочкой же так. У меня уже гармония играет. Правда, рано почему-то не играет его сильно. Барсник. Ты надеялась, что тебе перегон покрывал? Мне в литературе нравится написано. Львица. В 8 месяцев уже может спокойно убить человека. Ну, да? Но она об этом не знает. Да. Написано. А вот в год и 2 месяца она уже это догадывается. Уже знает. Не, она когда кусает, она кусает гораздо слабже, чем эту щепку. Но когда она перегибает, палку начинает за шею хватает. Ну это понятно. Не надо на эту щепку она режет. Это же понятно, это же охота. Когда я злой уже становлюсь. То есть... Леш, понимаешь, это вот только идиоты могут радоваться, когда лев или львица начинает лизать там шею, голову, спину. Там есть идиоты, которые... Радуются. Они же не понимают, что она готовится вцепиться в шею. Нализывает себе точку. Да. Намечает. Намечает и успокаивает. Моет. Ну да, может, да. Скорее всего, это психология успокаивает. Да. Как тогда Честера, Бонька, полезал, как вцепится в шею. А тот растаял, довольный такой. Кошка, кошка, я люблю, я люблю. Да, да, да. Да как вцепилась, я еле еле вырвал изо рта. Ну она же играет, ребят. Ну как это, инстинкт? Зато со мной спала спокойно. Карина всех гостей провожала мимо нее. Она ее не боялась, то ее не трогала. Когда она не боялась? Я помню, что она от нее постоянно бегала. Ну все, она потом поняла, как себя с ней вести, когда ты уехал. Вот. И все, и потом гостей. Снежана ее боялась, черт, я это достигла.